Коин Евгений Викторович, 18.11.1984. Перелазь. Так, еще раз, подожди. Встал, оттолкнулся и все, да? Да. Назад и вверх. Только погоди еще, встал, мы еще палку с тобой возьмем. Давай, все, погнали. Без команды не прыгаешь. Так, парни, кто сыт, тот гибнет. Кто сыт, тот гибнет, это мы знаем. Так. Женька, вооружишь его? Копьем. Так, подожди. Руку нижним хватом берем. Чуть сюда подальше. Так, да? Вот так, да. Подходи на самый край. Руки без палки нельзя, да? Да, вообще назад нельзя. Без палки херово, блядь. Да так, не смотри, ладно, вниз. Так. Руки в стороны. Подожди. Давай-давай, разводи руки. Так, ветер дует. Еще подальше подвинемся на край? Не, нормально. Давай. Разводь руки. Давай, выпрямляйся, красиво встань. Да не, готов? Да. Три, два, один. Прыжок. Прыжок. Очень круто. Ничего не могу сказать другого. Очень круто. И очень надежно. Прям без сомнений, прыгайте, кто будет прыгать, не пожалеете вообще ни разу. Если возникает вопрос по надежности, они у вас должны сразу отпасть. Потому что все очень надежно. Слушай, ну вот за поребрик самое главное переступить. Это стоило усилий. Остальное как-то было попроще. Слышно, вообще не масса, я могу сказать. Все, на 79? Думаю, что еще разок и можно. Вам надо, знаете, что для это? Для страски там одну веревку левую, чтобы была, она такая, чтобы потертая была. Или полурезанная, знаете. Это выбрал.